все специалисты российского прессового голоса, вот зрители сейчас играем и какие спортсмены на площадке. Это скидка самая натуральная. Это не трап. Бей. Ау. Ой. Кубал поправляет мяч на эпизоде Елена Шуков. Это второе, что меняет Остальновского Александра Шамаренко. 2-4. Александр Шамаренко. Слава тебе, Господи. Блестящая атака Елены Шукова. И отправляет он команды на смену второй при счете 5-2. Надо отметить, что они нашли дополнительный отдых, который получили Константин Семенов и Елены Шуков. Их полуфинальный матч вчера не состоялся, они автоматически прошли финал, потому что слились полуфиналы их соперников. Павел Сутров, Алексей Гусев по праву вчера не сыграли полуфинальный матч. Сегодня зато они сыграли матч за третье место и взяли бронзу. Хорошо. Ну, Алексей Новский и Александр Кармаренко вчера в вечерней программе турнира в полуфинале соперничали с дуэтом из волейбольного клуба «Огнес», Дмитрий Лютюк, Алексей Архипов, одержали победу и, собственно, вот Олег и Саша в финале. Нет, это было, конечно, да, друзья, спортсмены сейчас находятся на центр-корте, и чемпионы мира, спортсмены волейбола Алексей Носова. И все-таки пал. А такой же Елена Шукова отстрел в очередь. Нет, да. Атаковал Илья. Здорово защищает соперники. Ну и счет 5-6. Thank you.
Ох-ох-ох. По голове. Да, чуть-чуть не угадал. Thank you.
Это эйс Александр Коваленко. По окончании финального матча мужчин состоится церемония награждения по итогам второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Ну и, естественно, будьте с нами. Играем для тебя всегда на полном сразу, что любят спортсмены, когда они при пустых трибунах проходят церемонию награждения. Но здесь, к сожалению, просто по факту при пустых трибунах, как только проходят без зрителей, но что касается финала, неплохая аудитория из организаторов, игроков, наставников, средств массовой информации. Так что не питать не хочет пустых, мы играем этот финал, что не может не радоваться. Да и вообще-то, чтобы мясо волейбол вернулся в реальность. Третий вид спорта, напомню, после футбола и регби, который после вот карантина самоизоляционных дел вернулся живую. Великолепно. Александр Коваленко на подаче. Ой-ой. О! Что это у нас погода? Походу немножко финал, будем надеяться. Это к дождю. Да не, ну он не упадет, не бойся. Будем надеяться, что все будет хорошо. Не бойся, не упадет. Тут не такие, что, о, снесли это. Ну, все по контролю его комитета и судейской бригады. Короче, смотрите, уже у нас дурак, что мы больше накроем. Перерыв надо сейчас сделать. Вот самое главное, друзья, что финал продолжается, и Илья Сухов атакует, приносит 18 очков своей команде. Константин Семенов на подаче, плюс 5 для Григорьева клуба Подмосковья. Серебряный медаль чемпионата России сезона 2019 года выиграли Константин Семенов и Илья Сухов. Вторые победили первые. Чемпионами когда стали Алексей Новкинов и Слава Красиво. Поэтому мы, собственно, имеем полное право объявлять, что Алексей Новкин действующий чемпион страны по пляжному волейболу. Ну вот, наконец-то. Это был сетбол, дорогие друзья. Это сетбол 24-26 сетбола для Константина Семенова и Ильи Лешукова. Слушай, вот не ожидал, что Семенов выиграет. Вот, играем первый футбол. Александр Коваленко, новая команда на смену сторон. При счете 15-5 футбол, при футболе 2 футбола. Все стоят, держат это, баннеры. Илья Лешукова пушает, закачивает первую партию, 21-15, 24 Европы. Вторую надо выигрывать. Ой-ой-ой. О, правильно. Илья Лешукова, дорогие друзья, открывает счет. Во второй партии 1-0 против представителей Водоворова в Подмосковье. Кажется, 1-0. Ой, молодца. Молодца, молодца. Ремарин перестанул. Мастер! 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 Мастер!
Черная.
Браво! Очередной красивый розыгрыш. На центральном корте это приятно в любом, друзья. Лицит уже укрепили свое преимущество Алексеевский и Александр. Я думаю, уже 10-10 они сейчас сделают. Семенова, друзья. Что такое? Зачем? Опустился, он стал снимать.
вот она вот попытка открыта, так что, мне кажется. Практически за линию. Чуть-чуть коснулся линии. А величина я... И вдруг канал был на этой ноте и Александр Крамаренко. Четыре кадра, друзья. Второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. Сильвер состоялась квалификация. Пять минут уже пошли игра с какой сетки. Сможет понять, что это было. Вчера мы играли в Казани полуфинал. Поставили только лишь на воскресенье по матчу на третье место и два финала. Ну и, конечно, обратно, что после этой вынужденной паузы практически светится элита, я бы так сказал, российского пляжного волейбола собралась здесь, на бортах центра пляжного спорта «Динамо». Все соскучились по игре, все соскучились друг по другу. Но, разумеется, не придумали, не упустили возможность кто поиграть, кто посмотреть, кто поговорить. Ну и вот мы уже находимся в кульминационных мгновениях турнира. Вторая партия мужского финала. Константин Семенов только что получил эйс, отправляется в парад сейчас. Низко очень. О, молодец. Параллельно. Лёх, пошёл. Переход. Заблудился Крамаренко. Крамаренко побежал назад. Да. Не факт, что они сейчас выиграют. Константин Семенов! Здорово, такой Костя Мох, помощь на лице Олимпийских игр, мы не забываем, он шутация, что сейчас приносит своей команде по уходу на партии по матчу 16-17. И вот он, Константин Семенов, на подаче, браво! Какой отток, коллега Семенцева! Браво! Смена столов! 18-17! Ой-ой-ой! И это эйс Александр Крамаренко! Я не удал, в принципе. Он по мячу не попал.
Подавал, не попал. Нормально. Расплачивался. Дурной мячик забыл. Ну вот. Играет по сетбол, друзья. 20-е очко своей команде 19 Александра Кармаленко. Два сетбола. Надо подавать. Алексей Носин парень. Подавать обязательно надо. Молодец. Ну вот такая подача Алексея Носина, друзья. 21-18 уходят спортсмены передохнуть перед тайбрейком. Да что ж так Крымаренко приема-то нет. Yeah.
Ух ты. Браво! Розыгрыш имени Мужикова, который говорит, защитник почти Сурзонова и потом блестящий атаковал. Но не перехватывают виды своего тайбрейки представители волейбольного клуба Подмосковья. Так, если вам зрели Мужиков, 6-5. Thank you.
вас. Борьба на жар, что называется, вновь разница 12-12. Один из тайбрейков, помните, у нас на этом турнире закончился со счетом 26-24. И в этом непосредственном участии приняли Рыжуков и Семен. Вот и все. Я говорю, Семен, мы дружили, и все. Итак, еще раз, дорогие друзья, церемония награждения по окончании мужского финала. Кульминация мужского финала все ближе и ближе. Еще раз напомню, кого будет встречать на церемонии награждения. Третье место у девочек занял Надежда Прогузова, Динамо Москва. Второе место Мария Широкова, Елизавета Дубина, Обнинск. Первое место Светлана Холодина, Мария Воронина, это тоже Обнинск. Финал у нас был чисто Обнинским. Что касается мужской части турнира, то, собственно, победитель серебряный призер определяется сейчас прямо на наших глазах. Ну а третье место и бронзовые медали партия представители мирового клуба «Динамо» «Водка Стадион» Павел Шестров, Алексей Гусев, победители чемпионата Европы по молодежи, призер чемпионата мира молодежи. Выйдут сегодня на церемонии награждения для того, чтобы получить бронзу. Ну а кто же станет победителем всего этапа? Этот потрясающий матч продолжается. 13-12. Олег Сайновский и Александр Короленко 3. Качели у нас в этом матче.
красота. Отыгран матч вол, 15-15, продолжая. Уже почти час рубятся, по-другому не скажут спортсмены за победу во втором этапе в рамках этого финала. Поехали. Но в этих моментах тайбрейка Сальблок Семена. Матчбол. Еще один матчбол для Константина Семенова и Ильи Сукова. 16-15. Как Романенко не принял. Я выигрываю второй матчбол Александра Кабаренко, Алексей Мовки, 16-16, продолжаем. Давай, кати. Чехли! А что сразу не стал бить, да? У Семенова была возможность. Ну, аплодируйте, ребята, еще раз! Какой матч! Смотрите на Софища! Брависсимо обеим командам! Еще один наш гол, 17-16, наш гол для Семенова Лисукова. Ух! Не зря мы скучали по пляжному волейболу! Семенов попадается, смотрим, матчбол. Хоть бы крабом сыграть, понимаете? Не так же. Все. До конца! Ой, Саня, давай нету! Вот так. И